Из-за обострения пандемии в регионе руководством области принято решение срочно увеличить объемы производства кислорода. Так, Одесскому припортовому заводу рекомендовано в ближайшее время проводить ежедневно 12 тонн кислорода, что вдвое больше, чем сейчас. Также будет обеспечена отгрузка медицинского кислорода по обновленному графику, исключительно для нужд медицинских учреждений здравоохранения Одесской области. Найбільше споживають інфекційні лікарні, більше 6 тисяч за добу, дивіться, витрати кисню за добу 6,177, а кількість поставленого кисню там 6,900. Тобто практично працюємо з колес, є така технологічна можливість задіяти резервний блок розділення повітря для виробництва додаткового медичного кисню протягом 14 днів. С момента сближения воробьевства. Одесский припортовый завод имеет установку распределения воздуха, которая ежесуточно выдает 6 тонн жидкого кислорода. Так как предприятие относится к объектам с повышенной категорией пожарной опасности, эта установка спроектирована с резервным блоком. С учетом той критической ситуации, в которой очутились не только Одесская область, главный инженер пообещал в кратчайшие сроки запустить резервный блок. Исходя из той критической ситуации, мы кратковременно запустим этот резервный блок, хотя, чтобы мы все понимали, это ненормальная работа установки, но и ситуация требует таких критических решений. Вот поэтому на 14 дней мы уже заказали электроэнергию, завтра мы приступим к запуску этой установки, 48 часов примерно занимает ее пуск, поэтому, исходя из этого, в пятницу мы планируем получить уже увеличенный объем медицинского кислорода.